Миссия «Жаркая саванна». Операция королевских вооруженных сил Великобритании по ликвидации лидера боевиков. Наша задача была не дать противнику уничтожить боевые самолеты, находящиеся на взлетке. Также не дать уничтожить нашего лидера, который будет укрываться в городе. Задача нашего отделения из трех человек была провести разведку на юго-западе, ударить в тыл и нанести как можно больше урона вражеской пехоте. Также по возможности сжечь бронетехнику противника. Глуши. Я думаю, будут. Так, вижу еще едет варьер, по-моему. Или шакал. На 280. Один к нам едет, второй стоит там. Тоже где-то километр, наверное. Могу пока, спускаюсь по лестнице нахер. Примерно тут, смотри. Ага, вижу пехов. Могу, кстати, по ним поработать сейчас, когда выйдут в поле. Они прям в упоре почти уже города. Да, я вижу. Ну да. Дымится? Взорвался. Хорошо. А, вижу, еще на 240 заходит. Черт. Рядом. Вижу его, шакал. Далеко? Не, на 20 метров 500. Там проехал варьер, по-моему, где пехота шла. Только чуть южнее, метров 200. Шайтан, что ты дорогу перешел уже? Ну, стоп. А, все, вижу. Шайтан, ты работал? Да. Он живой, я его видел. Да-да, я. Мэтт, поставь, что где-то на 31-го шведа зеленый варьер проехал куда-то туда. Живые?
По-моему, они нас спалили, слушаешь это. От тебя 115, на меня смотрит 115 азимутатик. За камнями, да? Убираю их, короче. Убирай. Живучие. Не убил, что ли? Убил. Оба там были, да? Нет, подальше один. С камнем дыма откидывает красное. Один далеко на 90 уже прошел вообще. Я за серповым ушел, если что, Жетанчик. Хорошо. Убил. Третий шикал. Где? От меня 220. Вот далеко. Нет. Там пех сидит на нем, там два пеха в нем. Сейчас, секунду, дам метку. Вижу. Прям в поле стоит азимут отсюда. Два, 230 ровно. Вижу. По нам, что ли, целится? Не знаю, смотри. Там за пулеметом один сидит. Там один за пулеметом, один. Ну, кстати, пулемет с оптикой, скорее всего. Надо его снимать первого, скорее всего. У британцев оптика на пулеметах. Отдыхаю, секунду. Погоди, Серпов, не высовывайся. А где второй, не вижу? Вижу за пулеметом. Сидит ниже него, смотри, за рулем. А, да, вижу. Попал в обоих. Сука, вот ты их убил, это там третий еще поехал. Мне кажется, она на автомате едет. Да, она встала. Берем оптику? А то. Смотри, раненые могут быть осторожны. Надо проверить, если там реально оптика есть, это шикарно. Да, там окок стоит. О, класс. Я думаю, у них пушки тоже с прицелы. Мы собираемся на северо-запад, на зеленую дистанцию. Опа, вижу пехов. От меня восток. Твоя метка практически заходит, только они за зеленку только что зашли. Восток. Уходим дальше. Да, прям по нему, хорошо. Убил.
секунду. Там, по-моему, шевелится один. Да-да-да, убегает туда же, где примерно ты того убивал. Чуть правее него метров 5. За деревом сидит. Попал, по-моему. Да, поеду. Походу. Он выбил. Я вижу, горит. Давай, сдвиг. Проверка. Как? Вижу Амера. От сгоревшего в восток 100 метров. Которая сейчас горит там, ваша эта херня, от нее 100 метров восток. Не закрыто. Крадется туда, в ту сторону. Он к Серпову идет, к трупу. Сейчас будет лутать, попробую убить. А, двое лутают уже Серпова. Я его убил, один в красных дымах. Так, я ухожу дальше на восток. Оставляю того одного тебе. Готов. Угу. Так, вижу какие-то красные дымы, попробуй. Я работал. Я работал, убил. С ТВшкой кого-то. Не знаю, хромой был. Так, наш танчик. У них был КС. Я не помню.
Короче, силовец какой-то тут шел с ДВшкой. В красном берете, я не знаю, кто это. Да-да-да-да-да. Крадется он там, маньяки. Не по тебе? Миссия завершилась нашим поражением, наш лидер был убит. Реплей боя я оставлю в ссылке в первом комментарии под видео. Извиняюсь еще раз за лаги такие на видосе, дело в том, что постоянно идут обновления, что винды, что наши сборки, и место на моем SSD-шнике стареньком, которому уже 6 лет, заканчивается. Придется, видимо, брать новый. Враг на канале. Шайтан. Да? Ну вот я понимаю, ты убил мою пехоту. Как ты меня убил? Я в другой половине карты. Ты принципиально на силово охотишься? Ты был заказан мне. Это реально тупо Hitman Absolution, я не знаю. Ты какой-то чёрт. Ты который из них был? Я последний, я подозреваю. Я КС. Ты в замке был или в красном берете? Я был под аэро с переломанной ногой. А, понял, в красном берете, значит. Прятался от тебя. Потом вышел, встал, потому что нужно было чекнуть попочку, и тут прибегает шайтан. Это реально, это какое-то дело принципа убивать силового или что? Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.